Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по криптомонете UP Libra. Значит, хочу показать, как восстановить доступ в кабинет. И что еще хочу добавить, друзья. Эта монета не от Facebook. Это все заблуждение. Значит, было не зайти в кабинет. Они официально заявили, писали на Facebook, что это не от Facebook. Ну, знаете, как все, вот весь интернет, весь YouTube, как бы все в один голос твердят, ну, твердили, что это от Facebook. Ну, и я также. Вот. Ну, они заявили официально, что это не от этой социальной сети. Ну, их как бы группу заблокировали на Facebook, и теперь можно как бы войти по-другому. Значит, мне тоже было не войти, я писала своему вышестоящему спонсору, под кого я регистрировалась, ну, мне никто не ответил. Значит, начала я сама все методом тыка делать, и как надо войти. Значит, нажимаем вот сюда Sign In. Далее что? Вот у них все здесь немножечко по-новому. Смотрите, вот здесь вкладочка. Сейчас переведем на русский. Значит, вот, забыл пароль. Секундочку. Значит, вот здесь вкладочка. Так, забыл пароль нажать. Вам откроется новая как бы страничка. Нужно ввести электронный, друзья, адрес, на какой вы делали регистрацию на эту монетку. Вводите свой электронный адрес, разгадываете капчу, нажимаете «Отправить». Вам на почту придет письмо. Пройдете по ссылочке, значит, и введете пароль, ну, новый пароль, как бы, типа, и повтор пароля. И зайдете к себе в кабинет. Далее что? Потом вам переходим на почту. Я еще буду делать все в режиме онлайн. Я еще ничего такого не делала. Значит, вам придет вот такое письмо. Открываю письмо. Смотрите, что здесь написано. Дорогой пользователь, мы исправили логин, регистрации проблемы и должны удалить Facebook входа. Из-за неожиданного злонамеренного отчета о том, как восстановить свой аккаунт, пожалуйста, перейдите по этой ссылке для более детальной информации. И что они нам тут говорят? Восстановление входа нам дают типа бонус 50 тысяч плюс еще этих монет. Значит, наша команда решила выдать 50 тысяч либр для возвращенного пользователя в качестве, друзья, компенсации. Это касается только тех партнеров, которые здесь зарегистрированы, не новичков, которые будут регистрироваться, если захотят, ну, войти, а те уже, которые зарегистрированы только для этих пользователей. Так, ну давайте, ну сами уже тут я не буду как бы зачитывать. Получим вот эти монетки. Я еще ничего не получала. Переходим по ссылочке. Загружается у меня страничка. Так, давай грузись. Как это все долго. Так. Ну, что нам здесь говорят? Опять надо переводить на русский. Перевести. Так. Повторить попытку. Так. Восстановление аккаунта Facebook и вернуть вознаграждение. Значит, шаг первый. Перейдите на UP Libra. Sign in и нажмите «Забыли пароль». Ну, вот я вам что и говорила. Введите подтвержденный адрес электронной почты. Далее, что нам нужно сделать? Так, как бы эти монеты получить? Так, шаг второй. Ну, вот здесь вот все показано.
Sign in. Потом вводите email отправить. Шаг второй. Перейдите на свою электронную почту, установите пароль. Так. Далее что? Значит, и вот в самом низу здесь все прочтете. Так, ограниченные вознаграждения возврата. Переносим свои извинения, да, за неудобства. Поэтому наша команда решила 50 тысяч запросить наш бонус возврата. Вот эта штучка, надпись, она кликабельна. Нажимаем на нее. И смотрите, вот запрос. Сейчас поставлю я оригинал на всякий пожарный. Так. Нажимаю claim. Вот сюда нажмете. Claim. Все, видите, у меня галочка. И сейчас перейдем, наверное, в кабинет нас перебросит. Так, Libra. Мой дашборд. Так, сейчас опять загрузится. Что-то мне все долго грузится сегодня. Так, ну и где мои монетки? Что-то я не вижу монеток. 32 монетки, где 50 тысяч? И почему-то нету. Сейчас клейм. Возможно, позже появится. Когда они дадут эти монетки, посмотрим. Ну, так вот восстановить пароль я вам показала. Сделайте все, как я вам показала по видео. И я думаю, что, может, чуть позже нам начислят вот эти монетки. Ну, а новым пользователям здесь дают 3 монетки бонуса. И собираем ежечасно, как бы, вот здесь кран такой. Еще монетки. На этом буду заканчивать. Видео так затянулось. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.